Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. А помнишь... я помню, что амулеты это не... На самом деле это мы так говорим, что это защита, оберег. Нифига, это гармония. Четко почувствовала гармонию. Как ты относишься к защитам? Вот очень часто спрашивают, как защититься? Нападают там ведьмы, там проклятия делают, там заговоры, там еще что-то. Есть ли какие-то защитные амулеты? Можно ли сплести там какую-нибудь фигню, мантры попеть, с бубном поплясать? Ну, как если как я отношусь, наверное, не совсем, не знаю, как на это ответить. Я больше... Наверное, осознаю это. Человек, если человек создает себе обереги, защиты, значит, он же создает и вот эти, там, что там, сглазы, да, что там, порчи. Игры в нападающих. Игры в нападающих, да. Я как-то вот так больше это все понимаю, потому что, ну, это, как говорится, не во что больше играть. Как только вот именно сделать плохое, хотела по-другому сказать, и от этого защититься надо. То есть создал оружие, там какой-нибудь, там сделал, да, меч, и тут же поставил, как это, и тут же, ну, защиту, короче, начал создавать, да, ну, по типу такого. Вот, а на самом деле, вот, как-то в одном из погружений, да, я даже не знаю, какое у нас было погружение, что вдруг это выплыло. Вот даже вот эти какие-то там узоры, да, плели, и мы говорим, это обереги, там наши древние там предки, они создавали, плели, ткали эти узоры там или что-то, или там выжигали или что-то, чтобы, ну, как обереги они работали. А на самом деле неправда, это не как обереги, это как... Они чувствовали себя, они слышали вот эту, я скажу так, музыку жизни и они, вселенной, да, вот можно даже так сказать, и они вплетались, втекали в гармонию, соединялись с этой, они как усиливали, то есть поднимали, тем самым поднимая еще больше частоты. Ну вот я так больше это понимаю. Ну вот, знаешь, я вспоминаю переписки с теми, кому мы консультации делали, да, с нашими клиентами. И вот задаюсь вопросом, когда возникал вопрос о защите, как защититься, да, от нападения. И я могу сказать, что очень часто, когда человек не хочет работать с собой, не хочет вот реально, то возникает два варианта. Один вариант – реально находится тот, кто ему помогает сдвинуться с этой мертвой точки, и это будет человек, пускай это через влияние, воздействие, еще через что-то. Либо, в принципе, аналогично создаются ситуации снаружи, там, вплоть до физических каких-то воздействий на человека, да, ударил по голове или что-то такое, до болезней тех же самых. Либо второй вариант, человек точно так же не хочет работать над собой, не хочет двигаться к себе, да, но он придумывает это. Придумывает как оправдание своему бездействию. И получается, в принципе, в любом случае это создано, либо по факту создано подсознанием человека для того, чтобы двинуть его в развитие, либо человек сам придумывает для того, чтобы оправдать свое бездействие, и становится очевидным, что в таком случае тебя будет двигать боль. Ну и вопрос, ты эту боль припишешь тому, что ты ее сам создал? В любом случае ты ее сам создал. Никто за тебя не создает, Бог не создает боли, это вы сами себе ее создаете. Вот. И вот когда сталкиваешься с таким, когда человек создает себе нападающего, как правило, потому что он не хочет развиваться, потому что у него случилась остановка в развитии, и он не хочет осознавать, в какой точке он остановился. Это равносильно, как ты ехал на поезде там, в Париж, да? А ты вышел на станции Пенькова, и счел, что это Париж.
Потом так посмотрела, до Парижа далековато, а поезд уже ушел. Вот. И в таком случае надо принимать решение, надо делать выбор. Остаешься в Пеньково, болеешь и помираешь, да? Либо ты садишься на следующий поезд и едешь дальше, развиваешься, работаешь над собой, находишь билеты, находишь того, кто тебе подскажет, где, как, когда будет следующий поезд. И вот все, что касается защиты берегов, это про это про Пеньково. И вот если уже человек там оказался, то имеет смысл сразу посмотреть, так зачем я себе создаю нападение, либо уже создал фактически нападение, такое можно, может быть, и тогда эту тему надо просто отработать и закрыть. А отработать любое воздействие, абсолютно любое воздействие можно удалить. Сегодня я не знаю никаких видов магии, от которой бы не было защиты, что нельзя было бы вернуть создателю. Ну просто не знаю. Вот ты такое можешь предположить? Я как-то даже об этом и глубоко так и не задумывалась. И не думала, да. Просто когда осознаешь, как работает структура психики человека, вот я на сегодняшний день могу даже углубиться, рассказать, что вся ритуальная часть работает через вторую платформу. Вторая платформа – это тетраэдр энергетики. Тетраэдр энергетики разделяет тетраэдр психики, тетраэдр тела. Лекция пошла, да? А это значит, он просто режет структуры человека, если вы вносите туда деструктивное воздействие. Поэтому ритуальная магия, она всегда работает. И в подсознании самые наиболее травмированные жесткие слои психические, да, связаны именно с энергетикой и связаны с ритуальной частью. Они связаны либо с магией, либо с религией. И на них практически сидят 80%, если не больше, заболеваний. Вот это мы можем вам сказать из опыта абсолютно спокойно, потому что эти пласты в подсознании в любом случае они основаны на ритуале, а ритуал содержит такой момент, как перекрытие каналов. Визуальный, аудиальный, кинестетический вкус, запах. И при перекрытии идет внесение деструктивной информации через энергетику. Хотите, верьте, хотите, нет, но это факт, да? И тогда получается, вот эта ритуальная часть, именно от нее пытаются защититься оберегами и так далее. Это опять-таки пытаться, вот он пришел на вас с танком, а вы на него побежите со шпагой. И эту шпагу можно украсить амулетиком, сделать, можно приправить бубном, можно на нее навешать мандал и пропеть мантры, и станцевать ламбаду. Но это все не о том, надо убрать танк. А танк создали вы. Угу. Ваше подсознание запросило этот танк для того, чтобы дулом сдвинуть вас с места в развитии. Да? И любой танк можно убрать. Точно так же, как он приехал, он может уехать. Дорожку никто не закрывал. Даже когда вас съели, есть как минимум два выхода. И вот когда уже это осознаешь, что а смысл тогда в ритуальных этих защитах? Нет смысла. Нет смысла в амулетах, нет смысла в каких-то вот этих кракозябрах. Есть смысл в том, чтобы задуматься, зачем вам это надо. Убрать это, нормально убрать. И все, начать развиваться. Я понимаю, что вот под этим нашим материалом будут писать, что мы тупые, нифига не знаем, нифига не соображаем, и мы вообще не в этой теме. Но мы вам говорим с другой глубины, мы говорим с другой осознанности. Есть уровни осознанности, когда действительно осознаешь, что ты можешь придумать себе любые танки. Эти танки даже могут быть в наличии по факту. Но надо не с танком бороться, надо решить, зачем ты его сюда пригнал. Ведь это ты пригонял. И тогда не нужны будут обереги и так далее.
Но тогда становится смешным видео. Есть такое видео на Ютубе. Я когда-то очень сильно ржала. Бесконтактный бой был. Приезжал Лавров, Белоусов. Они реально хорошую базу давали по работе с сознанием и по гипнозу, там моменты и так далее. Есть видео с крестом, так называемое. Можно прогуглить видео с крестом. И там выходит так, чел стоит толпа, они все такие будут драться, да, бесконтактники. И тут выходит человек с крестом, так, и они все падают. Это реально серьезное видео. Что, правда падали? Правда падали. Или играли? Понимаешь, вообще это называется массовый гипноз. И если поставить одного сомнамбула, который верит, что сейчас крест его снесет, то он потянет и повалит всю эту толпу, потому что они в это время немножко приторможенные. А работает правило толпы: если падает один, то даже тот, кто не хотел падать, упадет. Ну, это коллективно. Это, знаешь, эффект тот же самый в толпе есть, когда один берет камень и бросает, да? Угу. Почему вот во время революции специально в толпу закидывали провокаторов? Вот пришла, в принципе, у нас такое было, я не помню, в каком-то году было на площади. Пришла толпа интеллигентных людей. Они не планировали кидать камни, они вообще не планировали ничего делать. Угу. Туда два провокатора закидываешь, толпа побежит за провокатором. Один бросил камень, пошла отрицательная эмоция, и тут же волной агрессия пошла, вся толпа настраивается. Потому что есть отрицательное, да, у каждого, и понимает. И все, цепляет. Фух, и толпа пошла грабить. И потом у человека спрашиваешь, зачем ты это делал, он это объяснить не может. Он не может, когда уже прошло время, когда, да? Когда уже прошло, да, когда у него мозг становится, а что это со мной было, да? Ну да. А это вот массовый гипноз, и действительно в толпе такие штуки очень легко прокатывают. И вот это видео с крестом, такая защита от вампиров, там, я не знаю. Ну, вампиры упали, да? Или что это? Это, кстати, про блокировку индивидуального. Угу. И это, кстати, согласна, про силу человека, согласна, и про осознанность человека. Потому что если у человека, согласна, своя собственная силовая составляющая большая, осознанность высокая, высокая, то ему пофиг будет на толпу. Да, 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 да. И он так будет, как стоял, так стоять. А чего вы, люди, валитесь, да? Ну чего вы, да? С ума посходили. Это, знаешь, сила, когда ты осознаешь, твое тело – это твое тело. Да. Твое тело. Все. Оно твое. Это вот эта сила. Да? А если этой осознанности нету, в принципе, у меня есть еще один такой показатель, по которому я... Не то чтобы я брала и оценивала там людей, там, угу, мне это не интересно оценивать. Угу. Даже тест на шизофрению я прокручиваю крайне редко на людях, да. Угу. Но иногда есть моменты, когда я замечаю, когда люди сбиваются в стайки. Угу. То есть вот для меня это показательно, когда мне говорят, что там объединилось 3, 5, 7, 10 человек, и мы там вместе качаемся, мы там вместе. Следующий момент, вопрос, который я себе задаю, да, угу, кто в этой тройке будет козлом, ну, угу, до тройки и выше, да, будет козлом отпущения. То есть проходит время, и обязательно кто-то будет виноват в неудачах, кто-то сглазит, кто-то испортит и так далее. Это уже начинает работать гунический театр, но для меня это показательно, это про слабость. Когда люди сбиваются в стайки, это про слабость. Если ты сильный, то ты принимаешь другого. Да, ты индивидуальность, да. Вот у тебя есть, ты всегда, знаешь, как равноценный, ты на равноценных всегда. Вот, на равных. На равных всегда с людьми, да. У тебя это качество прям вообще выделяет тебя. Ну, я, во всяком случае, в тебе его четко отслеживаю. И, спасибо. Да, и на самом деле это вот та сила, когда, которая не делит на части, да, она существует сама по себе,
Она сама, да. И она еще и собирает таких же, объединяет. Да, это... Но при этом, смотри, каждый остается индивидуальностью. Да, каждый целостен. Каждый целостен. Нету насилия, нету управления, нету влияния, нету подавления. Да, каждый целостен. Но каждый подходит равно, как это, на равных, да. Но видишь, это про осознанность. Потому что если... И, кстати, для меня это тоже один из видов фильтра. У меня очень много фильтров. Позволение, да. У меня очень много фильтров, когда я смотрю, у меня, ну, на подсознание падают такие заметочки по тому, как человек будет себя проявлять во внешнем. Есть такой момент, когда ты на равных заходишь, да, и ты с человеком общаешься на равных. И если у человека высокая осознанность, то это движение и общение на равных будет сохраняться, и оно будет дарить кайф и счастье всем, кто вот таким вот образом общается. Но если у человека низкая осознанность, то человек будет пытаться тебя подмять. Он тут же будет пытаться самоутвердиться за твой счет. И вот это те моменты, которые... Я могу с интернета привести, вот, ну, давеча буквально несколько дней подряд на меня выходит великий и могучий гуру, который начинает мне давать советы, который говорят, где я не права, и начинают учить меня жизни. И потом после этих учений они пишут, ну давайте я вас научу, я приеду, поработаю с вашей аудиторией там, и так далее. Чувак, ау! Ты с Альфа Центавры? У нас нету тупых. Но самоутверждаться за мой счет не надо. Если ты хочешь действительно проявляться, проявляйся, никто тебе не мешает. В этом мире равные условия Бог создал для всех. И тогда не надо самоутверждаться за счет другого, не надо унижать другого для того, чтобы возвыситься самому. Единственный момент, когда я использую тоже осознанно прессануть человека, это когда я чувствую, что есть остановка, есть очень большое эго. Угу. И тогда я одним ударом, одной фразой, да, вышибаю человека в нокаут. Это твое. Он взрывается, и после этого так фух, подсвечиваешь. Но ты же реально сила. Ты можешь нормально взорваться. Чего ты на эго застрял? Чего ты тупишь? И какая реакция у человека сразу? Благодарность. Нет, не сразу. Сперва злость, потом благодарность. Мало у кого, да, вот сразу благодарность. Сначала вскипает человек, а потом чуть-чуть, потом сказал, пишут благодарность, просто пишут, да. Благодарю, ну, благодарю. Это правда. Ну вот этот взрыв, но это видишь, когда человек действительно остановился, и когда видишь вот эго такое раздутое, ты такая, пиш, иголочка туда, и какаха полетела. Это так весело. Но какой зато человеку свет при этом. Ну, да? Свет, зато появляется свет. Угу. Потому что там была, как правило, за эго была тьма. И человек очень много не видел. А человек может, некоторые так и делают, назад. Закрылся, все, опять я там, меня в домике. Кстати, бывают и такие случаи, когда я понимаю, что влетела бомбочка нормально, но при этом человек захотел все вернуть назад и не захотел двигаться. И тогда, ну, в данном случае опять это его право, да. Угу. И в таком случае я понимаю, что это не человек инфодайвинг. Ну, естественно. То есть, если вплоть до блокировки в дальнейшем общения, почему? Потому что я понимаю, что у человека очень тяжело со здравомыслием. А если тяжело со здравомыслием, то здесь мы будем говорить о неустойчивости психики. Я говорю жесткие вещи, и, возможно, для там, угу, суперспециалистов от психиатрии, угу, и психологии они покажутся, угу, может быть, недостаточно угу, корректными, но я считаю, что инфодайвингом должны заниматься люди с устойчивой психикой, абсолютно здравомыслящие, то есть те, у кого подсознание дает добро на занятия достаточно глубинными психотехниками. А если подсознание не дает это добро, если у человека его штормит и качает, то
наверное, не в этой жизни. Угу. Вот, поэтому... Это так, инфодайвинг – это свет. Однозначно. Да. Это лучше из оберегов. Да, да. Когда ты осознаешь все это, то тебе действительно не надо никакие... Это гармония. Это когда действительно принятие, да, и помощь, хочется сказать, человеку, но это другое немножко. Помощь тут как бы не совсем помощь, а... Ну, это... И помощь, как подсказка, принятие, и где-то, как ты говоришь, бомбочкой, где-то за волосы подтянуть, где-то под попку, а где-то таким ласковым словом. Это вот такое. И у каждого человека, заметь, свой подход. Угу. Вот нету двух одинаковых людей. Есть люди, к которым подходишь и действительно вот от души стараешься, вот мягко-мягко, вот совсем мягко, угу. Потому что, понимаешь, настолько ранимая душа, настолько истрадавшаяся душа, угу. Истосковавшаяся по свету, что вот надо подходить очень мягко. А есть, когда ты понимаешь, что тупишь, чувак. Только это поможет, да? Другого быть не может. И причем это же... Но это все из состояния любви. Да, я говорю, понимаешь, а у меня-то в это время ум не работает вообще у самой. Кстати, заметь, о том, как работает ум. А работает ли у нас ум? Но работает, почему нет? Он работает, Наташа, но он не, как это сказать, не через его призму, да, а все-таки он как соратник, ну, или как это сказать? Как друг, как помощник. Да, как помощник, да. Как структура, которая в гармонии. Да. Дешифрует ту информацию, что надо. Потому что психологическая обработка у нас есть. Конечно. Да, и может быть, где-то кому-то когда-то не один раз со стороны кажется, две сумасшедшие сидят. Принимаем. Абсолютно принимаем. Но при этом позволяем себе быть сумасшедшими. Да. Причем очень интересно, когда, например, читаешь сообщение, да, и сразу, вот буквально ты первые два слова начал читать, ты уже знаешь суть сообщения, именно угу. суть. Если она есть, если в сообщении сути нету, если идет набор фраз, образов там и так далее, но это незаконченная мысль, то тут же такой ступор и пустота, и ты не понимаешь, о чем написано, вообще не понимаешь. То есть я себя уже не раз ловила на мысли, если нету сути, угу. да, угу. то я не могу вот просто как политики оттолкнуться и говорить. Но если есть суть, я ее могу разложить со 180 360. Точек, 360 градусов. И вот на каждый этот вот я могу разложить полностью с любого восприятия. И смотришь так, и ты вдруг видишь всю картинку целиком, ты видишь интересы всех сторон и так далее. Это, кстати, мне в бизнесе очень сильно помогало всегда, вот этот взгляд с разных точек восприятия, вот, и поэтому видишь наперед. Но это абсолютно нормальная функция ума нашего, это про информационную суть. Если суть есть, тогда легко, если сути нету, тогда нет. Ну да.